Всем привет, с вами Дарк. Итак, это Warframe, операция Ратутум. Ратутум. Координату я отдал меридиан, 10 тысяч репутации всего лишь и какая-то бесконечная Ратутум. Победите исполнителей награды. Отлично, модификатор одна жизнь, уменьшение здоровья, масштабирование врагов. Дайте энергию тут. Не дают много. Локация та же самая. В общем, выжить тут нереально. На волосок. Так, а может здесь есть какие-то потайные ходы? Хотя вряд ли. Радиация помогает им разбираться друг с другом. Я только собираю. Собираю бонусы и все остальное. Сразу же автоматчики. Пугают только.
Че ты ко мне-то бежишь-то? Беги от меня лучше, блин. Стреляет вообще на угадку. Куда побежал ты, столоп? Хотя они самонаводящие, могут и в прыжке убить, блин. Вообще, что я на линии огня тут тусуюсь, блин, надо валить куда-то, спрятаться, пока они под радиацией. Да, ну, наверное, в рандоме, если играть, будет проще, мне кажется. Четыре игрока. Если кто-то и умрет, остальные, может, выиграют. Здоровье ни о чем вообще, считай. Ну, это любое попадание, смерть. Какие-то бомбы невзначай в невидимого Локи.
Опасно, когда кончается невидимость и, блин, на открытом месте стоишь. Вообще может влететь в любую секунду. Охренеть, меня что-то в воздухе не сняли. Установка патча как раз не вовремя, надеюсь, меня не выкинет из игры. Хотя меня быстрее убьют, чем патч установится. Миссия не сколько сложная, сколько просто утомительная, вот это вот с одним хп играть. С одной жизнью. Давайте друг друга убейте там. Так, где патроны-то? Блин, чуть не сняли вообще. Так у них самонаведение, конечно. У меня, в принципе, тоже читерная хрень. Не зря Шкелл где-то им сказала, типа, да на читеры, нечестно играет. Конечно, нечестно. Блин, куда попрятались-то? Да сдохнет она, тварь-то последняя вот эта. Вообще просто уже грызу как... Грызу. Есть. В принципе, 25 мы сделали. Там больше... Имеет ли смысл больше? Не знаю. Наверное, не имеет, потому что оружие мое уже сдает.
миссия как бы бесконечная. Что-то он куда-то уперся в дверь и лаганул. Похоже, из-за патча миссия не завершилась. Ладно, окончательный счет 26 меня устраивает. Так, Лотос, ты сделал гораздо больше, чем предписывал тебе долг Тенна. Показанное тобой мастерство будет вдохновением для других воинов. Воинов? Или воинов? Лотос, эти предметы были добавлены. Реактор. Ладно, друзья, спасибо за просмотр. С вами был Дарк. До новых встреч. Пока-пока.